Так, друзья, еще один небольшой фильм. Продолжение темы груш. Помните наш разговор, когда мы отрезаем вертикально ветки ради черенков. Все, что вырастает после сильнейшей обрезки. Вот. В данном случае она как бы укорачивающая. Ура, вот сколько у меня будет черенков на прививку. Вон сколько будет черенков на прививку. Видите? Вон сколько будет черенков на прививку. Вот. Это все обрезано. Если только бы вам показать получше. Это, вот эти вот толстые ветки, они чуть выше. Вот тут они уже обрезаны. Целиком, поперек. Вон они. Глядите. Все, что после этого наросло, вертикально. Вот она, видите? Все, что наросло, вертикально. Деревья портятся. Основание штамба портится, но мы это уже проходили. Ну, еще одну покажу. Это все летние сорта, они уже отходят. Вот, любуйтесь, тут даже лучше видно. Обрезал, и мы имеем вертикальные ветки. Смотрите внимательно. Итак, обрезка ради мальчиков деревьев, вот, искалечены ради того, чтобы, повторяю, вот они, ветки на прививку, вот они, это мы проходили, почему я повторяюсь, иногда случаются такие вещи в саду, это будет смежная тема. Итак, кто бы сомневался, что это сладчайшая груша, а что она так растет странно. А, вот так вот спряталась от меня. Ладно. Ой, упала. Вот вторая. Растет и... Вот, поднимем вот эту с земли. Почему? Сейчас я ознакомлю с чудом, которого не может быть. Потому что обратный процесс одичания перед вами. Итак, представьте себе, что вот раньше вот такие груши, примерно такие, почти неотличимые, росли на этом дереве. Смотрим сюда. Смотрим сюда. Видели? Даже не просто дикая. А настолько дикая, это как будто с дикого леса. Смотрите еще раз. Вот картине может быть. Прибивал я железом. Смотрим сюда. Бирка. Монастырская, культурнейшая груша, чем кончилась. Сюда глядим, сюда, сюда. Вот, и уже пора спелости, то есть уже сегодня 31, завтра 1 сентября, вот, осень. Они все такие, полностью задичало дерево, полностью. Целое дерево. Вот бы это бы не случилось вот с этими роскошными моими. Вот бы этого не случилось, да? Вот. Но пока это второй случай в моей жизни. И пару случаев есть у моих учеников. Привьют на одной ветке. Вот такие вот висят. Вот такие вот. А другая ветка вся в шипах, дикая. Вот такие мне присылали, вот. Вот это вот, еще раз культурную, видите? Вот, вот. Вот, но это другого дерева, но на этом дереве такие были. И вот к чему мы пришли. Теперь давайте, ну, жалеть не будем. Я вот так вот сделаю, как это называется, кощунство. Выбираю среднюю, вот такую вот, обламываю. Обламываю на ваших глазах. Вот. Ради, хотя это кощунство, но ради науки. Науки, которая брезгливо отворачивается. Смотрите. Итак, вырос абсолютный дикарь. Вместе с этой оторванной иду сюда. Вот это уссурийская дикая груша. Я считал, что дичей ее ничего не может быть. Смотрим. Раз, два, три. Смотрим. Вы видели это?
Потом надо будет сфотографировать. Сравнили? Вот. Итак, проснулись гены. Еще раз, уссурийская груша. Дерево, с которого сводно, не там еще. Ой, там еще несколько ведер. Боже, я вчера собрал 2,5 ведра, когда же это-то соберу. Вот, у меня еще второе дерево, там еще 5 раз больше. Ой, пожалуйста вам. Ну, кому не нужны? Ну, кому? Сейчас еще поднимаю снова вот эту грушу. Культурную, какой должна была быть она. Вот теперь вот так это выглядит. И пойду сейчас беседку положу, сфотографирую. Вот. Ну и какие делать выводы? Ну, слава богу, у меня, вот смотрите, молодежь, да, видели? Не дичает, не собирается дичать. У меня таких много. Некоторые прям питомники еще не проданы, начинают плодоносить. Ну, в общем, посмотрели. Ой, это дух захватывает. Оно ничего страшного, у меня таких деревьев много. Я как тот Папандополо, помните, который говорил, забирай все деньги, я еще нарисую. Так вот, я еще таких деревьев выращу. Вот что с ним делать? Да ничего, я по идее это должен был бы уничтожить, а вдруг это зараза не зараза, оно же будет опылять вот эти, а вдруг перекинется. Нет, ради науки я его трогать не буду, пусть продолжает расти. Оно в целом ничем не отличается. Вот, листья, конечно, да и листья культурные вполне. И ничего с ним особо не случилось, чтобы задичать. Но, тем не менее, одичание случилось. Сейчас я зайду в беседку, сяду и буду думать дальше. Нет, надо, чтобы закончить беседку далеко. Значит, что получается? Это пример вегетативной гибридизации. Вариант, когда произошел обратный процесс, когда, как у меня бывало, прививки, ценные прививки, культурные, облагораживали подвой. Здесь картина наоборот. Дикарь фактически уничтожил все культурное качество прививки. Перед вами факт, железный, настоящий факт. Вот. И на этом я заканчиваю. И преподношу как сенсацию, потому что до сих пор, кроме брезгливого молчания, ничего нет. В нашей науке ничего не происходит. Увы, темы такой нет, не существует.